Спасибо, Татьяна. Добрый день, уважаемые слушатели Директ Академии. Меня уже представили шикарно. Я Анна Губарева, руководитель методист ресурсного центра иностранных языков издательства Директ Миди. К сожалению, я редкий гость в Директ Академии. И сегодня как раз один из таких случаев. Я решила поделиться с вами информацией и мыслями по такой проблеме. Как сделать работу с иностранным текстом? Или даже вы можете экстраполировать на другие гуманитарные дисциплины. Например, на уроки литературы или на уроки истории, обществознания, может быть, даже. Да? Как сделать работу с текстом не скучной и эффективной? Нам самое главное, чтобы было эффективно и результативно. Для начала, почему меня заинтересовала эта тема, почему она сейчас так актуальна? По своему ребенку, а также по своим ученикам, я также являюсь владелицей студии иностранных языков в городе Туле, я заметила, что трудно ребятам стало читать длинные тексты. Вот скучно, неинтересно. У кого не спросишь, читаешь ли ты книги, какие ты книги любишь, они говорят, я не люблю читать, или я не читаю вообще, или я читаю только по школьной программе, а то и вообще слушаю в аудио или каком-то кратком пересказе. А вот скажите, пожалуйста, сейчас в чатик поставьте плюсики, у кого такая же беда, такая же проблема, что собственный ребенок или ученики отказываются читать, вот не хотят, либо не выполняют задания, связанные с чтением, либо читают слишком поверхностно, не ухватывая суть. Так, поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого такая же проблема. Кто сталкивался с такой же проблемой? Так, вижу, пошли плюсики. В общем, проблема актуальная, да, согласны. Давайте перейдем к ее рассмотрению. Начать я решила, может быть, немножечко издалека. Все далее сказанное является моим мнением. Вы можете с ним не соглашаться и можете об этом писать в чат, если вам что-то кажется спорным. Я хочу сделать сегодняшнюю встречу по возможности интерактивной, чтобы у нас состоялся такой обмен премудростями, опытом, мнениями по данному вопросу, который поставлен в тему вебинара. Итак, мое мнение, почему детям стало трудно воспринимать длинный связанный печатный текст? Кто виноват? Ну, я так просто, скажем, упростила. Кто виноват, что делать и как делать? Вот такие у нас будут смысловые части нашего вебинара сегодня. Итак, я считаю, что в первую очередь всему виной так называемая клиповое мышление. Главный источник клипов короткого, содержательного или несодержательного, но яркого и эмоционально окрашенного контента – это соцсети, да, которые сейчас получили широкое распространение среди наших детей и подростков. Это и TikTok, и YouTube, особенно их проект Shorts, где в рамках одной минуты раскрывается какая-то проблема, ну или обозначается. Такое же приложение есть в социальной сети ВКонтакте, там есть клипы, да. В нельзяграмме запрещенной сети есть рилсы, несмотря на то, что запрещенные все туда ходят, многие, по крайней мере. Так называемые мемы, да, это картинки с какой-то часто яркой, такой интересной фотографии, и под ней идет какая-то подпись, то есть отношение автора к какой-то теме, к какому-то явлению, или, может быть, какой-то оригинальный или не очень оригинальный взгляд на вопрос. И то, что существовало уже издавна, это комиксы. Комиксам уже много-много лет, десятилетия, уже не одно поколение растет с этими комиксами. Как правило, это картинка и одно-два слова каких-то. Вот, ну вот как, например, на слайде изображено. Что-то понятно, что что-то происходит такое сейчас драматичное, динамичное, что-то взрывается, что-то куда-то летит. Вот такое вот яркое,
похожее на рекламу какой-то газировки, вот этот вот контент, который сварился на наших детей в огромном количестве. А клиповое мышление начало формироваться в 90-е годы, когда получило широкое распространение музыкальные видео как жанр. То есть их стало много, их стали смотреть. И к чему это привело? К тому, что сейчас, если человека не цепляет то, что он читает, видит, примерно за первые 10-15 секунд, он, как правило, разворачивается и уходит. То есть школьник, если приступает к чтению какого-то текста, сказки, рассказа, повести, и не видит в первые несколько минут того, что его зацепит, то, что его заставит читать дальше, он не будет это читать. Или прочитает только потому, что так задали, так педагог сказал или родители сказали. В общем, не, абсолютно не вчитываясь, вот так вот это в одно ухо влетает, в другое вылетает. Да? Так называемое клиповое мышление. У него есть как плюсы, как ни парадоксально, так и минусы. Я работаю в библиотеке, Ольга пишет. На вопрос, что ты любишь читать, дети отвечают мемы. Вот так вот, да, вот к чему мы пришли. Мемы читают, но мы понимаем, что мемы – это совсем не тот способ, через который можно получать информацию. Может быть, как-то повеселиться, развлечься на какое-то короткое время – это сойдет. Как ни странно, да, вот плюсы у этого клипового мышления есть. Они ускоряют реакцию. Скорость принятия решений благодаря вот такому мышлению, она возрастает. Это важно. Важно. Скорость принятия решений важна. Это важно в спорте, потом во взрослой жизни, в бизнесе, да даже в вождении. Да, иногда секунды, когда ты принимаешь какое-то решение, доли секунды, они решают жизнь твою или чью-то. Следующий плюс, который, как ни странно, есть у этого клипового мышления, это развитие многозадачности. Человек может фоном слушать что-то, смотреть, и при этом делать какие-то дела по дому. Мы уже привыкли к тому, что тот контент, который на нас льется из телевизионных каналов, да, из телевизора, он у нас идет фоном. То есть мы давно уже сами стали многозадачны даже в быту, не только в работе, но и в быту. Мы можем делать несколько дел одновременно. Насколько это качественно, насколько мы вовлечены в каждое из этих дел, это уже вопрос отдельный, философский. Но как факт, психологи указывают, что многозадачность, да, да, это помогает развить. Следующее, защищает мозг от перегрузки. Вот иногда хочется сказать, лучше бы хотя бы, чем бы мозг загрузил бы, да, ребенок. Но вот такое вот поверхностное восприятие, такое вот бесконечное листание ленты, да, оно для некоторых является способом расслабления и отвлечения от чего-то. Когда вместе с этими свайпами, да, когда мы перелистываем что-то, какие-то мы мысли негативные изгоняем. А перегружаться мозгу, в принципе, есть от чего. У кого-то сложная программа в школе или в институте, да, у кого-то много к этому еще всяких разных кружков, развивающих секций. И плюс еще социальные сети, интернет, они на нас льют огромное количество информации. Такого объема не было ни 30, ни 40, ни тем более 100 лет назад. То есть он возрос кратно. Следовательно, нагрузка на нас эмоциональная, да, тоже возрастает кратно. Поэтому хорошо, что это защищает нас от перегрузки. А теперь перейдем к минусам. Минусов больше. Это низкая концентрация. Когда мы делаем несколько дел одновременно, мы, как правило, не сконцентрированы на чем-то слишком глубоко. Да? Мы не концентрируемся, то есть вот как дети, они пропускают все очень поверхностно через себя, если вообще пропускают. По касательной все проходит. Вот поверхностное восприятие – это вот о том же, сюда же. Трудность в обучении и усвоении информации. Вот как раз тот вопрос, который я поставила в самом начале.
Трудно читать. Не может человек себя заставить, вот этот молодой человек, этот ребенок, заставить себя читать. Он старается, он пытается, но через какое-то время, через несколько минут соскакивает, теряет мысль и уходит. Закрывает книгу и все. Отсюда и трудности в усвоении информации. Информации много, поэтому клиповое мышление не способствует тому, чтобы все глубоко усваивалось. Ослабление эмпатии. Казалось бы, какая связь? Если ты глубоко не вникаешь в произведение, глубоко не вчитываешься, ты не сопереживаешь героям. Тебе все равно, что там происходит. Подростки могут даже цинично шутить по этому поводу. Возможно, вот те, кто преподает у подростков, сталкивались, что даешь им какое-то проникновенное произведение, например, отрывок из какого-то фильма, который вам кажется драматичным, а они на это смотрят, ну, такое, да, как они скажут. Как-то так равнодушно, ну, подумаешь. А человек, который не способен глубоко воспринимать, человек, который... у которого снижена эмпатия. Этот человек очень удобная цель для манипуляции. Манипулировать может кто угодно. Да? Не секрет, что мы сейчас живем в условиях информационной войны, и как раз молодые юные мозги, за ними как раз и идет и охота. Ими и манипулируют совершенно в разных целях. Вплоть до каких-то незаконных махинаций. Манипулирует мнением, манипулирует сознанием и так далее. Вот это ставит под угрозу, в общем-то, образователь, полноценный образовательный процесс у молодого поколения. Такое вот мышление. А значит ли это, что учителя должны начать весь свой багаж знаний доносить через ТикТоки? Да, или ютубы снимать, какие-то развлекательные ролики, сценки какие-то. Конечно, такое может иметь место, но я бы сказала, на это не стоит делать основной акцент. Если представить, что подросток стоит на одном конце дороги, а мы стоим на другом краю дороги, то нам надо сделать так, чтобы мы оба делали шаг навстречу к получению знаний, к достижению цели образовательного процесса. То есть и мы им делаем навстречу шаг в виде того, что добавляем интерактива, какого-то актуального контента, да, в нашу программу. И они должны сделать шаг, но чтобы сделать этот шаг навстречу нам, мы должны им в этом помочь. А как? Мы должны их научить противостоять вот этому, вот этой доминанте клипового мышления. С этим можно и нужно бороться. А хотя, почему я говорю только про детей и подростков? Вот, дорогие товарищи взрослые, замечали ли вы за собой то, что вам стало труднее сосредоточиться на длинных текстах? Например, на чтении книги, вот сели вы читать книгу, раз отвлеклись на телевизор, раз отвлеклись на телефон. Кто за собой такое замечал, поставьте, пожалуйста, плюсы или огонечки в комментарии. Было ли у вас такое? Я сама первая поставлю, потому что у меня такая проблема есть. Замечала за собой такое. Если вы замечали, не стесняйтесь, не стесняйтесь. Это нормально. Сейчас я это прокомментирую. Да, лонгриды в соцсетях лень дочитывать. Да, мне тоже, за редким-редким исключением. Если я подписана на паблики, которые я знаю, что они публикуют исключительно лонгриды, и если эти лонгриды дополнены какими-то интересными цитатами из каких-то исследований новых, актуальных, я, конечно, это почитаю, мне интересно. А все остальное, там кто-то что-то долго рассказывает про себя, ну, наверное, нет. Наверное, нет. Кстати, есть такой американский писатель и публицист Николас Карр. Он написал статью, такой там вопрос вынесен в заголовок. «Google делает нас глупее?» Он об этом задумался уже несколько лет назад.
Там он опрашивал своих знакомых, людей, состоявшихся в определенных сферах, да, экспертов, про проявление вот этого клипового мышления. Они отметили, что в связи с регулярным многочасовым пользованием интернета 2-3 страницы – это вот та критическая величина текста, которую они могут прочесть. Потом хочется либо перестать, либо отвлечься, делать что-то еще. Беда ли это? Ну, наверное, проблема. Особенно если вот так вот будут делать, например, медики, которым приходится много читать по работе. Если они начнут поверхностно читать, соответственно, поверхностно усваивать, потом поверхностно применять эти знания на нас, ну, не хотелось бы, да? Плавно говоря, это мягко говоря. В общем, на смену вдумчивому, такому глубокому чтению, даже у взрослых, постепенно пришел быстрый просмотр, просматривание текстов в сети. То есть просмотровое чтение выходит на первый план. Даже, что уж говорить о 90-х годах, да, которые я упомянула насчет клипового мышления, в 1882 году Ницше купил пишущую машинку и научился печатать вслепую. Друзья заметили, что с этого момента его тексты стали больше похожи на телеграммы. Короткие, информативные, состоящие из афоризмов, а не аргументов. Вот, наверное, откуда все и пошло. В общем-то, такой пока под итог. Мы становимся, все мы, и дети, и мы, взрослые, становимся частью вот этой вот бесконечно меняющейся и ускоряющейся системы. Она требует от нас быть быстрыми, максимально быстрыми и четкими, чтобы показать максимум эффективности в любой сфере деятельности, в работе, в жизни, везде. В общем, эта оптимизация, повсеместная автоматизация в корне изменила и наше мышление. А теперь давайте проверим себя на наличие такого вот клипового мышления. Я вам предлагаю выбрать одно из трех утверждений и поставить циферку в чат, номер того утверждения, которое соответствует вам. Итак, первое. Вы схватываете все на лету, быстро вычленяете суть и принимаете решение. Не теряетесь в экстренных ситуациях и действуете интуитивно. Вы воспринимаете окружающий мир как калейдоскоп из несвязанных друг с другом фрагментов, с трудом сосредотачиваясь на чем-то одном. Циферку 1 ставьте, если это про вас. Второе. Вы привыкли ко всему подходить вдумчиво, спокойно разбираться в ситуации, принимать решения взвешенно. Работая с информацией, вы анализируете ее, сравниваете с другими данными, обобщаете, систематизируете. Любите все раскладывать по полочкам, как будто наводите порядок в комнате. Если это про вас, ставьте двоечку. Не себе, а в чате. Вы мгновенно оцениваете обстановку, номер 3, охватывая взглядом всю картину, но при этом успеваете анализировать и устанавливать логические связи с тем, что знали до этого. Вы быстро адаптируетесь к меняющимся условиям, лучше воспринимаете окружающий мир на визуальном и эмоциональном уровне, принимаете решения интуитивно, но опираетесь и на логику. Ищите во всем рациональное зерно, любите рефлексировать. Так, вот есть троечка. Я, наверное, двоечка поставлю. Так. Ну что, все выбрали цифру? Тогда я вывожу следующий слайд, и там вы про себя кое-что узнаете. И либо подтвердите, либо опровергните, скажете, ну это не про меня, ерунда какая-то. Так, ой, ты перескочила, прошу прощения. Итак, ответы на тест. Первое, у вас клиповое мышление. Второе, у вас понятийное мышление со склонностью к аналитике и системности. И третье, у вас смешанный тип, скорее всего, склонны к гуманитарным наукам, но подходите к ним системно и логически. Вы очень восприимчивы к окружающим процессам, поэтому легко перенимаете элементы клипового мышления, но не поддаетесь ему полностью. Вот Людмила шикарно, третий вот, но второй это тоже достаточно такой сбалансированный вариант.
Хорошо, что ни у кого клипового мышления не обнаружилось. Это значит, что не все еще потеряно, все еще хорошо. Двигаемся дальше. Итак, кто виноват, мы определили, установили. Теперь что же делать? А что делать, как бы, да, очевидно. Читать. Читать, писать и обсуждать. А что читать? Требования, ну как требования? Наверное, все-таки пожелания. Какие должны быть тексты, да? А они, вот на уроках иностранного языка у нас есть определенная свобода, да? Мы можем не только строго идти по ОМК заданному, да, но и какие-то дополнительные материалы тоже можем использовать. Так вот, какие-то материалы должны быть, чтобы лучше был отклик от учеников, и чтобы им было интересно. Да? Нам хотя бы надо на первых этапах немножечко их заинтересовать, разбудить интерес, привить им эту привычку, да, что-то читать. Тексты должны быть актуальны и интересны подросткам темы. Что сейчас интересно подросткам? Кино. Они любят смотреть фильмы. Они любят, ну, мне, например, такие дети попадались, они любят современное искусство. Они знают художников, многие известных, и мне, например, уже не очень известных, потому что современные. Они знают, они увлекаются дизайном, веб-дизайном, да, созданием сайтов, рисованием каких-то комиксов. То есть вот это такие вот темы, которые им будут интересны. Также они еще интересуются модой, музыкой. Вот что-то на этой теме лучше искать. Соцсетями, истории, может быть, какой-то известной компании. Например, у меня шикарно заходили фильмы про историю Apple, про HP я им приносила, Hewlett-Packard. Тоже за каждой компанией стоит драматичная, довольно-таки интересная история создания. Поэтому это может разбудить их интерес. Хорошо, если в тексте есть какой-то парадокс. Например, можно рассказать им перед чтением текста про писателя. Вот, например, известный писатель Руальд Даль, автор «Чарли, шоколадной фабрики», «Матильды» и других известных детских произведений. А вы знаете, что такой известный писатель любил писать в маленьком неотапливаемом домике, который поставил себе в саду и куда никого не пускал? Вот он парадокс. Известный писатель на весь мир, его книги известны, дети читают, мама читает детям, да? А он вот в таком маленьком холодном домике работал, писал карандашами. Вот парадокс. Или, например, про то, что один всемирно известный музыкант писал потрясающую музыку, но был глухим. Можно рассказать какой-то такой факт перед прочтением, вот, и их это заинтересует. Парадокс. Или наличие какой-то проблемы. Ну, то есть проблема должна быть, естественно, актуальная. Для начала можно использовать также частичную адаптацию под привычный, интересный детям формат. Комиксы, ну, я не знаю, стоит ли укладывать в комикс какое-то большое такое крупное произведение, но составить, подобрать какие-то иллюстрации и сказать, напишите под них, пожалуйста, подписи, да, перед тем, как мы там продолжим чтение этого произведения, там, или начнем чтение там произведения, вот почему бы и нет, да, прокомментируйте как-нибудь ту картинку, что вы видите, придумайте подпись. Я также встречала опыт, когда преподаватель стилизовал под переписку в соцсетях диалоги из каких-то произведений. Потом просил учеников угадать, что это за произведение. Немножечко скрывались там имена, слова автора. В общем, немножечко это видоизменялось. И дети смотрели, а это актуальные проблемы-то обсуждают. А у нас это сейчас тоже, нам это тоже сейчас актуально. Отношения вот эти все, вот любовь первая, да, отверженность или наоборот признание. Это нас волнует, и мы вот это вот почитаем.
Оказывается, вот оно как, и в XIX веке так было, то же самое люди испытывали. И в XX веке там и наши прабабушки, прадедушки, они тоже были как мы, они тоже любили, писали стихи и так далее. А очень любят инструкции, лайфхаки, ноу-хау, как сделать то-то и то-то. Там, как, например, может быть, сделать подарок маме за 50 рублей, там, да? А как совершить путешествие там, в Петербург там, за какую-то там маленькую сумму там, или там, в другую страну, может быть, даже. То есть вот how to, как сделать что-то, это очень, как правило, тоже хорошо заходит, будоражит и провоцирует какую-то обратную связь или обсуждение. А писать. Дети не очень любят писать письменные задания, да? Вот я думаю, для вас это не секрет, если есть мои коллеги, преподаватели иностранных языков, не любят писать. Можно для начала, чтобы не пугать их объемом, а то как мы любим задавать, напишите, пожалуйста, 15 предложений про друга. И ребенок сразу такой: ого, что же я там должен писать? Целых 15 предложений. Ну, друг у меня есть. Вот. И как бы два предложения, и все. Творческий кризис. Можно попробовать немножечко это дело простимулировать. Есть, скажем, такой, ну, лайфхак, как это можно сделать. Например, дать им презентацию, да, серию фотографий, оформленных, как, например, посты в соцсетях. И попросить сделать подпись, что я, он и там, или я делаю на каждой из этих вот фотографий. Ну, если там не брать, вот, например, лично детей там, да, можно взять какого-нибудь персонажа, которого они все знают. Например, мне встречался Инстаграм Губки Боба, Спанч Боб. Они все это знают, мультик, они все его смотрели. И вот взять, например, тему Daily Routines или My Day, мой день, что я делаю? Взять, вот, налепить картинок с губкой Бобом, что вот он смотрит телевизор, I'm watching TV, там ребенок подпишет. Или, может быть, еще что-то более остроумное, подробное придумает каждой картинке. И вот дать вот несколько иллюстраций, показывающих день. Вот он уже вам напишет 10, а то и более предложений довольно-таки легко. Если просто ему дать, напиши 10 предложений про твой день. Он будет долго и мучительно это делать, и без особого интереса. Через пинки мамы, там, да, с репетитором и так далее. А если его попросить, прокомментируй Инстаграм Губки Боба, там, да, или контакт Губки Боба, напиши под каждую фотографию, что он делает. Он это сделает те же 10 предложений, но уже как бы с другим настроением. Да? Можно попросить их написать обзоры. Они смотрят эти обзоры в Ютубе, обзоры на все что угодно, на фильмы, на передачу, на какой-то новый вышедший гаджет. Вот, пожалуйста, можете применить к любой теме. Да даже вот если вы ведете литературу, да, сделайте, пожалуйста, обзор вот на такое-то произведение. Там, сделайте обзор на, ну, Герасима, да, что это за персонаж. И они уже в формате обзора его раскроют, да? Так, или напишите отзыв. Тема фильмы, films, например, или theater. Вот, пожалуйста, напишите отзыв на такой-то фильм или спектакль. Но сначала ребенок должен будет о нем почитать что-то, да? Прежде чем написать отзыв и рассказать. Ну а потом уже переходить к чему-то такому более серьезному сочинению и изложению. То есть надо от мелкого формата, как мне кажется, вот мое мнение, идти к чему-то крупному. От тому, что близко им, в общем-то, как-то, ну, спуститься на их уровень, что ли, да, прийти к ним поближе. Вот давай мы сейчас вот с тобой вот поиграем, картиночки посмотрим, поподписываем, да, вот. Потом там ты мне как эксперт, да, то есть мы детей ставим, как будто они эксперты, обзоры нам сейчас будут делать, отзывы писать. Это уже сразу как бы у них внутренний такой статус поднимает, что вот меня будут слушать, к моему мнению будут прислушиваться. А потом уже, да, переходим к сочинениям и изложениям. Потому что, ну, по моему мнению, не надо делать все так вот плоско, грубо, зримо, если вы видите, что нет отклика интереса. Надо вас сначала немножечко разбудить, а потом уже спокойно делать то, что вы хотите, чтобы они делали там
в рамках учебной программы, естественно. Это, ну, мое мнение, я не знаю, если вы согласны, поставьте какой-нибудь значок, например, плюсик в чат. Если не согласны вот с такой концепцией, ну, минус поставьте, напишите, почему не согласны. Итак, следующая часть – это как делать. То есть у нас было кто виноват, что делать, а теперь перейдем, собственно, как делать. И пробежимся по способам. Наверняка вы их знаете. Наверняка, может быть, многие из вас покажутся вам очевидными или будут разновидностью того способа, который вы уже знаете. Первое. Это способ называется вот в методичках иностранной литературы scrambled text или перемешанный текст. В чем это состоит? Делим выбранный текст на 8-10 кусочков. Если он у вас на листе А4, вы его разрезаете, делите на удобные абзацы части и разрезаете. Если вы преподаете онлайн, это у вас PDF, также можно наделать вот маленьких таких скриншотиков и раскидать их по интерактивной доске, по экрану. Да? Или сделать PDF с таким вот разрезанным текстом. 8-10 кусочков. Для чего подходит, для какого формата? Короткий рассказ о ком-то, о чем-то, да, сказка, инструкция, этапы, как делать что-то по этапам, да, очень хорошо тоже вписывается. Подходит для всех уровней обучения, то есть начиная с того, как начинают дети потихонечку читать такие более-менее длинные тексты, класс 3, может быть, 4, 5 прекрасно уже нормально не читают. А если у вас какой-то текст супер маленький, небольшой, несколько предложений, вы можете использовать такой сервис, как вот Scrambled Text Generator. Вот ссылочка есть, она презентации поделюсь, она у вас будет. Вы вводите туда текст в окошечко специальное на сайте, и он вам выдает его с перемешанными вот этими буквами. И ребенок сидит и гадает головоломку, расшифровывает. Да? Что же там происходит, да, интересного? О чем же этот текст? Ну, здесь вот на картинке справа готовый рабочий лист по комиксу оксфордского ОМК Family and Friends, 5-я часть. Надо восстановить правильный порядок событий. А чтобы их восстановить, надо что? Текст прочитать. Вот, пожалуйста, читайте. Побуждаем читать. Так, ну и сервис, я думаю, многие из вас уже знают, Live Worksheets. Там можно делать интерактивные рабочие листы и даже интерактивные рабочие тетради. Ну, есть много бесплатного контента, и нам, россиянам, пока доступен. Следующий способ – Find your place in the text. Найди свое место в тексте. Это разновидность предыдущего способа, но с привлечением двигательной активности. Да? Подойдет для активных детишечек. Также берем текст, разрезаем, стараясь угадать с количеством учеников в группе, выдать каждому по отрывочку. Дети у нас по кругу вот так вот походили, побегали, перемешались. И теперь вы в рандомном порядке назначаете там Наталья, Костя, Федя, читайте ваш отрывок. Ребенок читает отрывок, да, и потом дети сами думают, как им встать в цепочку в таком порядке, в каком идут их предложения. Вот они встали, каждый зачитывает свой отрывок, получился готовый текст. Ура, аллилуйя, дети молодцы. И вы тоже молодец, разнообразили урок. В общем-то, несложно совершенно. Третий способ, я думаю, вы все его знаете, similarities and differences, сходство и отличие. Находим два текста на одну тему, схожей длины. Ну, например, я прикладываю к этому вебинару два небольших текстика, которые можно использовать. Это история попкорна, да, как появился попкорн. Тексты на одну тему, но отличаются какими-то деталями. Детей можно распределить по парам Student A, Student B.
выдать каждому вот эти вот два текстика на эту тему. Может быть, про Рождество что-то, про историю Хэллоуина, например, да, вот скоро у нас Хэллоуин. Можно выбрать какие-то небольшие два текстика, несложных про Хэллоуин, но отличающихся деталями. В одном, например, рассказывается, что значит слово Хэллоуин, а в другом нет, происхождение слова не объясняется. Но сосредотачивается, например, на угощениях традиционных. А в тексте А этого нет. Их задача поработать вместе и составить наиболее полный, детальный рассказ о Хэллоуине, да, привлекая все детали, которые оказались в этих двух текстах. Вот такая вот задача. Хорошо подходит для разноуровневых групп. Можно одного сильного и одного более слабого ученика, да, поставить в парочку, чтобы они поработали, чтобы сильный помог слабому. В общем-то, такой способ. Четвертый. О, это мой любимый. Treasure Hunters. Охотники за сокровищами. Выбираем здесь целую серию коротких текстов. То есть в каждом текстике должна быть какая-то законченная мысль. Не один текст делим на фрагментики, а много текстиков. Хорошо подойдут тексты из серии, маленькие такие текстики. Did you know? Узнали ли вы? Или fun facts about, да, веселые, забавные факты о. И там дальше, в зависимости от того, какая у вас тема идет. Это могут быть animals, там, pets, cats, dogs, countries, fun facts about England, Russia и так далее. Что угодно. Или в других предметах тоже. Знали ли вы что? Всегда можно найти какие-то вот интересные факты о каком-то явлении. Даже про математику можно что-то интересное, да, накопать такое. Листочки с этими текстиками прячем по всему классу перед уроком. Дети заходят. Мы выдаем им листы с 20, ну, примерно 10-15, лучше около 20 вопросов к этим текстам. Выдаем. Или 20 утверждений true-false. Такое тоже можно. Скажи, правда или неправда? Верно, неверно. И отправляем их по классу с этим листочками, с вопросом, да, можно поделить на команды. Вот ищите, да, сколько команд, столько экземпляров коротеньких текстов мы там рассовываем по классу. Вот дети поработали, собрали все, что могли, ответили, нашли ответы на часть вопросов или на все вопросы. А потом мы уже работаем как фронтальный опрос. Учитель спрашивает, правда ли то, что некоторые кошки живут по 30 лет? И ученики говорят, да, да, правда там. И подкрепляют это текстом, читают вот этот вот отрывочек из текста, где говорится, что кошка прожила там 30 лет. Вот такой вот способ интересный тоже с подключением двигательной активности. Можно применять, пожалуйста, в конце темы, например, вот вы заканчиваете какую-то тему, и под конец вот такое вот игровое занятие. Они будут эти занятия ждать и с удовольствием учиться заниматься на остальных занятиях. А следующий, пятый способ – a small change, маленькая перемена. Приносим на урок текст, который вы разбирали уже несколько уроков назад. Ну, они скажут, а зачем нам это, они говорят. А он такой же, да не такой же. Посмотрите, ребята, и определите неточности, подчеркните неточности и исправьте. Вы вносите в тот же текст какие-то разнообразия. Например, если там где-то на герое была синяя кепка, пусть она будет красная у вас там, да. Если кто-то пробежал там, бежал 5 минут, то пусть он бежит у нас 10 минут. Вот такие какие-то маленькие деталюшечки меняйте. И пусть работают, ищут, поднимают руки и говорят. Это вот заставляет глубже вчитываться. Потихоньку, маленькими шагами, но заставляем читать, вчитываться. Дальше. Шестой. Способ information missing. Пропущенная информация, как бы разыскивается информация, ищем информацию. Подбираем текст. Прекрасно подойдет чья-то биография, например, какого-то певца им известного или актера. Просто общественного деятеля, может быть. И делаем две версии этого текста. В каждой версии, версии А, версии Б, мы
часть предложений удаляем, то есть фрагменты предложений определенных удаляем. Удаляем ту информацию, где есть даты, числа, фамилии, названия, да, песен его, альбомов и так далее. А у другого эти фрагменты оставляем целыми, но удаляем что-то еще. То есть вот их задача опять поработать вместе, восстановить один единственный текст. То есть вот один текст они соединяют и делают полную версию. Или, как вариант, можно поделить на две команды, каждый дать вот этот вот листочек, и пусть они задают друг другу вопросы, чтобы восстанавливать информацию. Очки засчитывайте только за правильно заданный вопрос, чтобы он грамматически был правильно построен и соответствовал там другим требованиям урока. Например, время вы какую-то или грамматическую конструкцию проходите, пусть вот будет в рамках, которые задаете вы. И седьмой способ, его очень здорово можно использовать на какие-то вот длительные периоды. Это, например, проект на весь триместр или задание на лето, да, на каникулы. Это WebQuest. Очень просто и быстро, от вас вообще практически ничего не требуется, только тема и список сайтов. Вернее, даже не тема, а поставленная задача. Например, если у вас тема traveling, tourism, вы можете сказать, составьте мне, пожалуйста, буклет по достопримечательностям Москвы. И даете список сайтов, где рассказывается про историю этих достопримечательностей, есть фотографии этих достопримечательностей там, в хорошем качестве. Пусть они читают несколько текстов на нескольких сайтах и составляют из этих текстов один свой. Можете предъявлять требования по ограничению объема, можете не предъявлять. Смотрите, опять же, по уровню способностей детей, по уровню развития их языковых навыков. Пример, вот я привожу ссылочку, веб-квест по планетам Солнечной системы. Там формулировка задания и список сайтов, где можно искать информацию. Ну вот, я достаточно коротко обозначила вот эти семь способов разнообразия. Конечно, когда я их практиковала, а я их практиковала на своих учениках, у меня появлялись какие-то другие идеи, там, смежные, что еще можно сделать с этим текстом. Возможно, у вас сейчас какие-то мысли появились, что еще можно сделать, чтобы стимулировать любовь учеников к чтению? Можно ли как-то использовать с этой целью их увлечение, да, их клиповое мышление? Если у вас есть какие-то идеи, я буду очень рада их услышать. А пока, наверное, давайте, пока вы думаете там, я расскажу вам о тех файлах, которыми я сегодня с вами делюсь. Расскажу поподробнее, что это за разработки и для чего их можно использовать. Какие из выше приведенных способов они иллюстрируют. Так, ну давайте возьмем вот этот файл. Он хорошо подойдет для отработки темы «Моя комната», «Мебель». И прошедшее время, past simple. Даете им сначала вот верхнюю часть вот этого листочка, показываете. Говорите, как вы думаете, кто живет в этой комнате? Они там говорят свои догадки, кто это может быть, да? И потом второе тут же задание до чтения. Назовите объекты, которые вы видите под буквами A, от A до H. Там, например, desk, photos, armchair и так далее. То есть называют они, все правильно, хорошо, молодцы. Потом открываете вторую половинку этого листа и говорите, что владелец этой комнаты знаменитый писатель, автор «Чарли шоколадной фабрики», «Матильды» и других популярных книг. Прочитайте текст и скажите, для чего ему нужна была эта комната. Дети читают текст и из него уже понимают, что эта комната особая. Он в ней писал свои произведения.
Дальше мы потихонечку идем к тому, чтобы они рассказали и о своей комнате. Например, могут понадобиться следующие глаголы, они их должны будут найти в тексте, там, в прошедшем, найти прошедшую форму по вот этой вот настоящей. Снова прочитать текст и ответить на вопросы. А потом уже можно их побудить рассказать о своей комнате. Что у них в комнате, как она выглядит, что где стоит, аккуратная она или нет. И написать, выходим на свободную устную речь и также на письменную речь. Да? Напишите о своей комнате. Так, что у нас есть еще? Ага, вот как раз опросный лист. Fun facts about animals. Я взяла кошек. Это как раз вот про тот способ treasure hunters. Можно выдать им вот такой списочек. Так, сейчас, а где он сам, про кошечек? Там про кошечек сам файл тоже есть, он на 3 странички в прикрепленных. Посмотрите. Ой, это я немножечко перескочила. Уже в конец, нет, пока еще не конец. Так, история попкорна. Это иллюстрация, как можно работать над одним и тем же текстом, ну, про одно и то же явление, про попкорн, да, но немножко с разных углов. Можно одному выдать верхнюю часть карточки ученику, другому нижнюю часть карточки. И пусть они из этой карточки составят вам красивый и обстоятельный текст про историю попкорна. Почему нет? Так, что у нас... Еще. Ну, вот из прикрепленных это все. Можете также посмотреть иллюстрацию. Так, надеюсь, что эти способы помогут вам сэкономить время на подготовке к занятиям, да, потому что время у преподавателя – это самый ценный ресурс, да. Нужно и к урокам подготовиться, и заполнить кучу документации, и не забыть сделать разные дела, связанные с планированием, да, систематизации там своих ресурсов и так далее. Резюме, да, всего того, что было сказано. Несмотря на то, что клиповое мышление серьезно осложнило нам образовательный процесс, но плюсы можно и нужно использовать себе, ученикам во благо. Можно бороться и нужно бороться с клиповым мышлением, но поступательно, системно и небольшими шажками постоянно. Для этого привлекать интересные интерактивные задания, тексты, содержащие парадокс, какие-то новые форматы работы, совмещение, скажем так, каких-то выполнений интерактивных заданий на какой-то платформе, да, и работы в классе. Ну, можно сказать, в формате вот в перевернутом, да, если у вас на ваш предмет мало отводится часов, или если вы репетитор и редко встречаетесь с учеником, то основную такую самую рутинную работу, там, выполнение упражнений, там, прощелкивание там, карточек можно задавать на дом, а классные часы использовать для живой беседы и каких-то интересных игр, да. В этой связи не могу не рассказать про наш ресурсный центр, который является не просто сайтом, где какие-то выложены книжки, да, определенные, а книжки, книги электронные, учебные, методические пособия, справочные пособия, словари по всем европейским языкам, по восточным языкам, а также по редким языкам. Но помимо этого у нас есть еще раздел «Топики и упражнения», где у нас много специализированных курсов английского языка. Английский в сфере управления персоналом, туризм, экономика. Это я рассказываю для тех, кто преподает в вузах. Возможно, будет интересно. Все эти курсы, они доступны по авторизации, по подписке для наших подписчиков. Они здорово помогут вам сэкономить ваше время на подготовке к занятиям. Каким образом?
Каким образом? Тем, что есть и готовые тексты для чтения, и разработки к этим текстам, и интерактивные задания, которые вы можете выполнять с вашими студентами в удобное время. Так. Сегодня речь идет о чтении для получения информации, а проблема чтения художественных произведений, постижения заложенных в них смыслов, рассмотрение неповторимого авторского стиля по-прежнему остается. Да, я согласна. Это бесконечно глубокая работа, очень емкая, да, которая требует определенных навыков от ваших учеников, которые необходимо формировать, да? Аналитическое чтение, не только такое какое-то просмотровое, да, беглое, но и такое глубокое. Да, я согласна. Эта проблема по-прежнему остается. Но можно и нужно, я считаю, делать разработки, например, по каким-то отдельным сценам в произведении, да, рассматривать их с разных сторон, какие-то от лица разных героев, то есть придумать какой-то интерактив, какие-то версии. Я вот вспоминаю свою учебу, вот поделюсь личным, при возможности, да. Я, по-моему, училась в курсе на втором, на третьем институте, и у нас был предмет вот иностранной литературы. Мы проходили Шекспира. И одна из групп взялась провести занятия для второй группы. Как раз вот группа номер один для моей группы, группа номер два проводила занятия по шекспировским сонетам. Когда они это анонсировали, мы такие: скукотища какая, сонеты шекспировские, пожалуйста, не надо, ну что нам, 18 лет, какие-то древние сонеты. А оказалось, это так интересно, что мы под конец урока эти сонеты декламировали с выражением и еще делали по ним, не пантомимы, да, а какую-то вот инсценировку. Как это, при каких условиях это могло происходить? И потом мне стало настолько интересно, что я пошла в библиотеку и взяла, прочитала все сонеты, которые там были в той книге, что мне выдали. Вот так вот. Это было очень интересно. Например, можно на уроке английского языка разобрать отрывок какого-то произведения. Например, вот шикарное произведение «Моэм», театр. Да? Можно одну из финальных сцен разобрать. Когда она вышла в красном платье, там главная героиня, и все внимание взяла на себя. А молодая фаворитка там, в общем, осталось неудел. Можно развернуть это так, что от одной сцены какой-то захватывающей они ее прочувствуют, поймут, вы им как преподаватель расскажете подоплеку, заинтересуете, то есть как бы как трейлер, да, как они сейчас любят вот к фильму трейлер, вы им сделаете вот такую рекламу, они пойдут и прочтут с огромным удовольствием. То есть они получат такой мощный импульс, может быть, они вообще потом читать полюбят. А может быть, они прочтут только одно произведение, одну книгу. Это уже будет ваша большая победа, да, как преподавателя. Вот самое, что греет душу, чем, да, измеряется наша отдача нематериального, да, от нашей деятельности. Вот, в общем-то, все, что я хотела вам на сегодня сказать, чем хотела поделиться. Я буду очень рада, если вы напишите, понравилась ли вам наша встреча и полезна ли она была сегодня для вас. Было ли что-нибудь для вас полезное? Вот вижу огонечек. Очень приятно. Так, познавательно. Спасибо, Елена. Очень приятно видеть обратную связь. Это всегда очень важно для любого спикера. Я думаю, вы сами были в роли спикеров, так или иначе, на конференциях, и вы понимаете, что это значит. Я желаю вам отличного окончания рабочей недели, успехов и вдохновения вашей деятельности. И надеюсь на продолжение встреч с вами. Постараюсь выбирать какие-то
близкие и актуальные темы, интересные, многогранные темы, и рассказывать о них вам со своей точки зрения, со своего скромного мнения. Всего доброго и до новых встреч, Директ Академии.